Сегодня в центре Москвы заложен первый камень в основании памятника князю Владимиру. Его привезли из крымского Херсонеса, где, по версии историков, православный святой, определивший цивилизованный путь Руси, принял крещение. Для установки скульптуры на Правицкой площади в охранной зоне Кремля высоту памятника решено уменьшить вдвое, до 12 метров. Согласно проекту, за фигурой святого Владимира расположатся три барельефа с сюжетами на историческую тему, откроют монумент весной, а до этого обустроят территорию вокруг. Этим займется столичное правительство. Добавлю, помимо мэра Сергея Собянина и министра культуры Владимира Мединского, на сегодняшней торжественной церемонии присутствовал патриарх Кирилл. Он осветил заложенный камень.